Всем привет, с вами как всегда Влад, и вы на моем канале. Будет играть в Standoff 2. Денис и Дима, по-моему. Светло против тьмы, короче. Давай. Я буду называть свет против тьмы. Ну, вы поняли, кто свет, кто тьма, потому что, ну, по авам понятно. Мрачная эта команда и светлая команда. Конечно, хорош на авы. Тот десертыкл, этот взял, этот Тек Кинг и флешку. А он там. Сейчас заплентит. За 3 секунды подбежал и заплентил. Конечно, бы лучше он заплентил. Хаешку прикупил. Я вижу, у кого сколько денег, кто что брал и так далее. Мак 10. Тот остался с пистолетом. Он тебя обходит. У него реакция мангуста. Это взял М16, два винтовщика. Вот этот сразу фул взял, он по одному берет. А у него реакция хорошая. Этот стал ненадолго АФК, а этот решил кинуть флешку. Он уже пошел сюда. Он уже где-то в здании прыгает. Лампочка. Этот к нему поднимается. Чумбра, 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 чумбра. Все-таки этот его затроил. Тут, конечно, долго закупается. Ну, Дима. Долго закупается. Он взял спасик. Хорош. Это куда-то там на А пошел. Хотя не, он его все-таки обошел. Тот ки, тот не дотягивает. Дима не дотягивает все-таки. Откуда у него спас? С прошлого раунда у него был спас, но его же загасили. Лампочка. Ой, этот с плентом бежит, чтобы заплентить.
Обижу даже бомбу. Отслеживаем Б. А. То, что самое прикольное происходит именно на А. Чундра, чундра. Но этот его на изи разваливает. Первый раунд половины матча. Точнее, последний раунд половины матча. Все-таки ток трясу за скамень. Ну, конечно, сам себе не подплывшил, но ладно. Хотя это и не хорошо, и не плохо. Потому что это их игра. Затроен. Что там происходит на А? Ну это на изи тащит. Мой изи вообще выигрывает. Тот бежит сюда. О, но он не плентит. Зачем? А, ну это же вот это. Это вот это, вот это, вот это. Я же вот этот. Наблюдатель. Хотя ты бы мог отыграться. Но он и сейчас. Нормально, он его загасил. С гранаты. Эпично, эпично. Вот это даже 200 денег осталось. Этот броней закупился. Флешкой, хаешкой. Посмотрим, как будет он отыгрываться. Самое интересное сейчас на А. Все-таки ему понравился М4А1. Это, по-моему, Денис и Дима. Да, это Денис и Дима. Короче, Денис победил. Если это не Денис, то извини. Ладно, кому этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.